Ритуал на выигрыш на двух колодах Таро на Вальпургиеву ночь к лугу. Ритуал на двух колодах, алтарь черный, украсить алтарь декором. Ритуал плюс-минус 7 дней от 1 мая. Ложим на ночь, говорим заклятие, после свою просьбу. Все исполнится. И утром карты перемешать, спрятать в коробочку на сутки. Колоды любые, где красивый шут. Нулевой аркан. Нулевой аркан шут поверх всей колоды плюс нулевой аркан шут поверх всей колоды. Каждый шут. Сказать. Лук, Вальпургиеву ночь, на карты взгляни, мне легкий выигрыш подари, прошу заклято. Лук – самый популярный кельтский бог, его праздник Лугнасад 1 августа, и на Лугнасад я о нем рассказывала. Он охраняет подземные сокровища, помимо того, что он бог солнца, у него два качества выигрыша. По солнцу, солнце всегда связано с выигрышем, он же бог Марокко, что тоже связано с выигрышем, и он бог сокровищ, то есть ему есть чего давать вам эти сокровища. И вы можете просить, в чем вы хотите выигрыш. Но не обязательно, что вы хотите материальный выигрыш. Это может связано быть, вы выиграете ребенка в вашем роду рождения. Выиграете какую-то удачу. Влюбленность можно выиграть у него же, как у бога солнца. Развлечения, роскошь, подарки, свободное время перепровождение или легкий, более свободный ритм жизни. Вот что вы можете у него выиграть, и каждому что нужно, тот то и просит. Тут уж на ваш собственный выбор.